Переборка рулевой. Сняли вилку. Очень все сильно ржавое. Соответственно, грязи внутри много. Значит, что мы делаем? Сейчас все это вытрем. Если конуса без повреждений, если чашки без повреждений, просто грязь вот эту всю убираем и ставим новые подшипники. То есть старые подшипники с пылью, грязью ставить смысла нету, отмывать их смысла нету, дороже. Комплект подшипников 50 рублей, поэтому проще поставить новые. Если же здесь конуса и чашки в плохом состоянии, тогда выбиваем и ставим вообще полностью новую рулевую. Такие новые подшипники сейчас поставим, потому что, в принципе, есть, конечно, износ, но он незначительный. По крайней мере, еще нету никаких ям, колдобин и дефектов. Соответственно, рулевая еще годик в условиях такой грязюки походит, смысла новую ставить нет. Ставим просто новые подшипники. Kiss on my mouth.